Сарказян Артур Мишаевич. Артур Мишаевич. Ага. Вы знаете, что, да, вы находитесь в плену. Как точно? Плен – это по закону военной времени. Мы вас взяли в плен как боевика. Знаете, да? Так точно. Я хотел бы спросить ваше отношение вот к всему. Вот саники бу чалтыла рабу далая. Саники бу ище салла. Вот саним инди бах, деши iki gündü да, türlere sen bula. Ne başa düştün? Bak özün ne istiyorsun? Ne demek istiyorsun? Onu derin görür. Başını kaldır. Что, во-первых... Пилеги вас. Может, по-русски будем говорить? Я вижу, тебе труднее. Давай сделаем. Я там жил. По-русски, да. Да, я там жил. Вот вы нами, отрядами органов и подразделений Министерства внутренних дел, взяты в плен. Вы являетесь, вы сейчас находитесь в плену, как боевик. Так точно. Вот я хотел бы, чтобы вы, как боевик, ответили бы отношение ко всему творящему. Скажите, пожалуйста, вот вы, что хотели сказать? Во-первых, я скажу, что, во-первых, что я не боевик. Угу. Ну, случилось слово боевик, ага. Слово боевик, это не просто вы говорите. Стреляют, каждый день пугают. Угу. Женщин, детей, малых. Если не каждый день, то каждую ночь, значит. Азербайджанцы вас не беспокоят? Со стороны... Подожди минуточку. Я тут же ударил вопрос. Азербайджанцы вам стреляют? Не стреляли до сих пор. Азербайджанцы убивают? Не убивали. А армяне как? Стреляют. Каждый день. Стреляют каждый день. Убивают. Стреляют. Ранят. Вы знаете, да? Слышали. Насчет вот обстрела колонны, где убит много. Слышали, да? Слышал, да. Вы там участвовали или нет? Никак нет. Я... Там участвовал и руководил ваш брат, вы знаете. Да как звать брата? Тамразян Гена. Тамразян Гена. Где прячется Гена, который совершил это бандитское нападение? Знаете, да? Ну, в Ереване бывает. Он в Ереване прячется. Вы знаете, да, он кого убил? В этой банде убили жену, подожди, не торопись. Жену первого секретаря, женщину, ребенка убили. Военнослужащего молодого солдата убили из Белоруссии. Знаете, да, слышали это? Слышал. И кроме того, убили там же заместителя начальника Зардобского РОВД, майора милиции убили. Вот поэтому и скажите свое отношение ко всему этому. Кто виноват в этом? Скажите, пожалуйста. Во-первых, ехали мирные люди. Нет, не этот. Я хочу сказать о том, что вы говорили сейчас, то это вы говорили. Стреляют, конечно, с каждого стороны. Стреляют с леса, со стороны армянского, со стороны. И стреляли, конечно, ответ я имею в виду, дали и оттуда. Женщины, дети каждый день выходят. Если ночью уходит... Нет, я не об этом спрашиваю. Ты меня не агитируй. Я сагитирую. Это началось сверху. С какого верху? Кто виноват в этом? То есть началось с области, с республики. Нет, вот кто конкретно, лица кто виноват? Ну, лица виноваты Зори Балаян, во-первых. Зори Балаян. Да, а Зори, кто знаешь, такой Зори Балаян? Зори Балаян, честно говоря, депутат. Ну, а что за человек он? Ну, Зори Балаян... Толкает людей. На что знаете, толкает? Зори Балаян на что толкает людей? Зори Балаян толкает людей на войну. На войну? Да. Ага. Еще кто? Стреляет, чтобы стрелять. Так получается, чтобы... Ага. Люди дальше кто? Зори Балаян, потом Игитян. А кто такой Игитян? Игитян тоже представитель армянского... А что, он тоже в Карабахе живет, Игитян? Нет, Игитян в Армении живет. В Армении живет. Да. А что он делает, Игитян? Он тоже подстрекает вас ко всему? Подстригает, ну как, толкает народу. Толкает народу. Еще кто? Значит, Дадамян. А кто такой Дадамян? Ну, Степан Акерта. А кто он? Значит, Дадамян. А кто такой Дадамян? Дадамян, да, который... Ну, старый хричка. Старый хрич. Да, толкает. А что такое старый хрич? Пивиля сова дёрба-дёрба же, а? Да. Ага. Ну, вот поэтому толкает людей на конфликт. Ага. Они... Ну, на войне. На войну. Да, рабочего класса, рабочий человек, который только занимается... А говорят еще Манучаров у вас. Кто такой Манучаров? Манучаров есть. Манучаров. А вы знаете Манучарова? Манучаров знаю, не знаю. А? Кем работает. Кем работает, не знаешь. Вы знаете его как лидера, да, всего этого? Ну да, тут так говорят. Он лидер, да? Да. Твой брат рассказывал, вот твой брат об этих людях тебе что-нибудь рассказывал? Не говорил, да? Не говорили. Твой брат сейчас прячется, да, от суда следствия после совершения преступления? Где он прячется? Он сейчас находится в Ереване. В Ереване, да? Ну, у кого прячется? Бывает, ну, живет там у сестры. У сестры, да. А кто твоя сестра?
Тамразян Ераник. Тамразян как? Ераник. Ераник. Ераник где живет? В Ереване. Ереване. Адрес какой у них? Саритак. Саритак? Да, Саритак. Улица Саритак или что? Нет, Ереван, Саритак. Ереван, Саритак. Улица 19, дом 19. Улица 29, дом 19. Там прячется, да, твой брат? Ну, а какой там телефон есть? Подожди, какой телефон там? Телефон есть. Ага. Какой? 55-00-63. 55-00-63. Значит, его разыскивает прокуратура и КГБ. Ну, дальше. Я этого не знаю, а кроме этого, еще где может спрячется твой брат? Ну, прячется там. Есть еще адрес? Да. Брат у тебя есть? Есть, живет Ереван. Там. Да. Он, живет. У него тоже, да? Да, живет брат у меня там. Значит, Ереван, Аван 3. Аван 3? Да, участок на Рекации, ага. Дом 1Б, квартира 24. Вы как, вы где живете вообще? Я живу в Северном Кавказе. В Северном Кавказе, Кавказе, да? Да. Ставропольском. В Ставропольском крае. Ага. Вот вас тоже заставляют они, вот других армян, которые живут в России, их тоже заставляют, чтобы выступали, были бы против? Ну, есть, как вам сказать, есть эти, чтобы уезжать отсюда, на Горный Карабах, такие слова иногда слышат. Кто говорит? Слышат. Ну, они, значит, что уезжайте в этот... Карабах. Да, уезжайте в Карабах, значит... Почему? Ну, в родину, уезжайте в родину, да. Чтобы из России. А кто это у вас? Русские гонят вас? Нет, русские не гонят. Русские не гонят? Нет, русские не гонят. Это армянские эмиссары, да, которые из Еревана? Да. С какой целью они говорят, что чтобы вы в Карабах приехали? Ну, в родину, есть родина, езжай, родина, значит, Карабах приехали. Они хотят, чтобы увеличить количество... Количество на... народа. Искусственно увеличить численность населения Карабаха. Не только в Армении и в России. Не только в... Ага. А и в России. А в России что делают они? Показы, чтобы заставляют, чтобы приехать в Нагорный Карабах, ага. Взять оружие, ага. И стрелять в Азербайджан. Да, конфликт. И вот таким образом и вас тоже заставляют.